Глава города отмечает, июньский дождь не может стать причиной неряшливых клумб или грязных тротуаров. А те, кто организовывает в Сочи торговый бизнес, не должны забывать, что ухаживать нужно не только за самими магазинами, но и за прилегающей территорией. Вот магазинчик это тоже. Или реконструкцию пусть делает, но вокруг не устраивает заставки. Здесь покосить надо, Андрей Викторович. Я так понимаю, что это наша территория, да? Но ее надо выкосить. Курортный сезон в самом разгаре. Приезжают тысячи туристов, и благоустроенный город не должен остановиться в своем развитии. И уж тем более при наличии развязок и объездных путей автомобильных пробок в Сочи не должно быть. Зачастую их причина – неправильная парковка машин и отсутствие регулирования дорожного потока в часы пик. Глава города был вынужден обратиться к руководству полиции. Опять автобус стоит на проезжей части. Из-за того, что такси. Можно сейчас сказать этому товарищу, чтобы он проехал по Донской и со всех остановок таксистов погонял? И наказал их. Можно, Роман? Ну, сделайте. Потому что остановки забиты. Вся проблема, вот она. Остановки забиты такси. Автобусы не могут заездные карманы. Все заездные карманы забиты. Вот мне еще раз Автодор говорит, это постоянная система. Но неужели это нельзя нам отрегулировать, а? Много нареканий и к рынку на вертодроме, вернее, к санитарному состоянию подъездных путей и к неправильной организации торговли с машин. Мы видели с вами рынок, который, по большому счету, расположился на проезжей части и обочине, что очень недопустимо. Рядом находится парковка, она не занята. А торговля практически ведется на проезжей части. В Костинском районе несколько получше, хотя мы считаем, что есть замечания, особенно в том, чтобы привести в порядок цветочное оформление города, а вернее уходные работы цветочных клумб. Анатолий Пахомов вместе с начальниками управления администрации города и главами районов проехал и дальше по улицам Транспортной 20-й горнострелковой дивизии по эстакаде. Подобные утренние объезды стали традиционными. Такая выездная планерка, уверен глава курорта, помогает более оперативно решать городские вопросы. А в пик сезона это самое главное. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.